Всем привет, на связи Федор Васильев, мы продолжаем с вами изучать КМС WordPress, урок номер 11. А сначала я хотел в этом уроке поговорить про добавить медиафайл, про эту функцию WordPress более детально, но потом понял, что не получится какого-то такого урока, потому что, по сути, вы там уже все знаете, мы частично затрагивали какие-то элементы, поэтому сегодня будем разбирать вот этот вот редактор. Про медиафайлы здесь по загрузке картинок все понятно, Вставить с сайта, то есть изображение или ссылку. Изображение не рекомендую брать с какого-то сайта. Все изображения обязательно загружаем к себе на сайт, потому что это влияет на SEO. Потом, если у вас будет много картинок, взято ссылок с другого сайта. И тот сайт, вдруг если будет тупить, то ваш сайт тоже может долго грузиться, если много картинок подтягивается с неработающего сайта. Поэтому это сразу отсекаем, никогда не пользуйтесь вообще, как правило, с другого сайта картинок. Ну, вот эти опции раньше не было. Я так понял, это нужно загружать видеофайлы прямо сюда. Нельзя взять ссылку, например, с YouTube, то есть создать плейлист видео и также создать плейлист аудио. Вообще тоже, как правило, возьмите. Если у вас не мощный сервер с большим жестким диском, да, с пространством, обычный хостинг, вообще тоже, как правило, возьмите, не загружайте. Если, конечно, только один какой-то аудиофайл там или видео небольшое. А если в каждом посте присутствует, то лучше брать ссылки с YouTube и с других сервисов. Также есть музыкальные сервисы, лучше загружать туда и брать ссылки именно, чтобы транслировалось аудио или видео с какого-то хостинга, сервера. Ну, то есть это YouTube или какие-нибудь музыкальные там, Soundcloud и так далее. Ну, а по остальному здесь вы уже разберетесь, в принципе, многие вещи я уже здесь рассказал. Итак, возвращаемся к редактору. Изначально редактор у вас будет вот такой вот маленький. Здесь есть в конце вот такая кнопочка показать. Кликаем и открывается еще одна нижняя панель с инструментами. Ну, абзац мы уже затрагивали. Здесь заголовки разного уровня можно выбирать. И давайте по порядку. Вот Б. Жирный. То есть, смотрите, здесь тоже надо понимать, в каких э, ситуациях нужно это использовать. Нельзя делать весь текст жирным, ни в коем случае. Э, жирным мы выделяем ключевые слова нашей статьи. То есть, смотрите, у нас заголовок идет демо, запись 2, название статьи. Я специально в текст статьи вставил ключевое вхождение, чтобы вы лучше понимали. То есть мы выделяем полностью ключевое вхождение и нажимаем на буковку B. Таким образом... Этот текст попадает в тег strong. Если мы посмотрим в коде, вот мы можем увидеть здесь тег strong. Здесь важно понимать, нельзя перенасыщать статью вот этими жирностями, да. Только ключевые слова потом. Зачем это нужно? Раньше это очень хорошо работало для SEO. Сейчас бытует мнение, что это работает не так хорошо, как раньше. Но нам в любом случае это нужно выделять, например, для пользователей, чтобы что-то подчеркнуть, да, выделить. То есть я вам советую ключевые фразы, которые встречаются а, в теле статьи, они должны у вас встречаться, именно начиная с заголовка, да, ваше ключевое вхождение. Оно может склоняться по-разному, также это можно выделять. Но смотрите, не переборщите, чтобы не казалось, что у вас тут все жирное. Дальше, наклон. Ну, наклон обычно бывает выделяют текст например какой-то текст цитата да но у нас в принципе здесь есть цитата знак дальше у нас идет кнопка маркированный список как это работает ну допустим я что-то пишу выделяю это нажимаю маркированный список подставляется точка. Если курсор у нас мигает после нашего текста, и нам нужно продолжить наш список, мы нажимаем Enter, у нас уже подставляется точка, мы пишем дальше. То есть это если что-то нам нужно именно вот так перечислить, да? Нажимаем Enter и так далее. Ну и дальше, чтобы написать просто текст, мы нажимаем Enter, а у нас, в принципе, точка исчезает, да? То есть если еще раз нажимаем, точки нет. Ну или же, чтобы в коде нормально смотрелось все. Можно перейти в режим текст. Вот здесь вот закрывается наш список. То есть он вот здесь начинается, вот здесь закрывается, да? Вот он. Можно просто здесь поставить, ну, написать наш текст, который идет дальше, чтобы он не обрамлялся вот этими тегами. За этим надо следить, да, чтобы у нас не было здесь каких-то вот таких вот неправильных ситуаций. Вот уже текст здесь идет точно без тега, и мы можем здесь продолжить его писать. А дальше, ну, нумерованный список это то же самое. Цитата, ну, если в тексте у вас где-то вставляется цитата, вы ее вот так выделяете и нажимаете вот сюда. Вот, и сразу такая идет здесь рамка, да. У нас а, все стало цитатой. Здесь нужно будет, сейчас я нажму отмена, отступать вам текстом, вот так вот, чтобы здесь был пробел. Выделяем цитату, вот теперь вот этот текст цитата является. Причем цитата может выглядеть по-разному в зависимости от шаблона. Дальше, понятное дело, выделяем текст «Выровнять слева по центру». Видно, что текст выравнивается. Также и картинка выравнивается. И по правому краю. Дальше, очень важный инструмент – вставка ссылки. Мы с вами позже поговорим в уроке про ссылочную массу и перелинковку, внутреннюю перелинковку сайта, что очень полезно и важно для SEO-оптимизации вашего сайта. А сейчас как работает инструмент вставить изменить ссылку? Например, в, в тексте статьи нам нужно ссылаться на что-то именно каким-то словом. То есть, когда текстовая ссылка идет вот так вот в предложении и текст является ссылкой, это называется анкорная ссылка. Выделяем ее, тот текст, который хотим сделать ссылкой, и нажимаем вот на эту скрепку. Появляется вот такое поле, куда мы вводим ссылку, куда нам нужно ссылаться. Здесь есть кнопка настроек и кнопка применить. Если кликнем по настройкам, здесь идут уже более развернутые настройки. Мы можем изменить текст самой ссылки, открывать ли в новой вкладке ссылку, я всегда рекомендую открывать. Или сделать ссылку на существующий материал. Да? То есть здесь мы можем выбрать даже материал. Кликнув просто по заголовку, и здесь подставляется ссылка материала. Нажать «Обновить», и теперь у нас это является ссылкой. Видно, она здесь даже в редакторе подсвечивается синим, и ссылка всегда у нас имеет подчеркивание. То есть вот эта нижняя черта подчеркивания говорит о том, что это ссылка. Не нужно подчеркивать простые слова вот таким нижним подчеркиванием, потому что это только для ссылок. Это правильно. Чтобы убрать ссылку, мы можем также выделить. А ссылку тут же появляется всплывающее окно, мы можем изменить ее или удалить, нажав вот на эту иконку. Все, таким образом мы удаляем ссылку. Следующая кнопка вам знакома это вставить тег. Далее. Red morve. Это вот этот вот символ для разрыв страницы. Точнее, это не разрыв страницы, это деление страницы на анонс и полную статью, так сказать. Эта кнопка вам тоже уже знакома. А дальше на этой линии здесь есть вдали вот такая вот кнопочка неприметная. Она может быть удобная, например, для маленьких мониторов, если вы работаете с маленького экрана. Эта кнопочка убирает. Все лишнее. То есть это даже если не маленький экран, если вам что-то мешает. Вот я кликаю, еще раз кликаю, видите, все уходит. Работаем только со статьей, если нам это мешает. Кликаем на нее еще раз и возвращаются все панели. А, нижняя полоса иконок, смотрите, перечеркнутый а, текст. Ну, я не знаю, где это еще может быть использовано. Вдруг у вас стоит какая-то здесь цена, реклама товара, и цену можно выделить и нажать перечеркнутым, да? Ну, или еще в каких-то случаях. А также, если нам нужно снять перечеркивание, мы также это выделяем и нажимаем на ту же кнопку. Причем, когда мы выделяем этот элемент, здесь сразу подсвечивается кнопка. Причем, они будут подсвечиваться все, которые используются. Вот, например, жирность, если я выделю, вы видите, буковка B обрамляется серой рамкой. То есть, говорящая нам о том, что этот текст здесь используется. Давайте выделим и нажмем еще раз на эту кнопку. Перечеркивание текста снимается. Дальше горизонтальная линия. Вот здесь вот я перечеркивание, кстати, не снял. Например, кликаю на горизонтальной линии, можно вставлять, разделять таким образом просто визуально наш материал, если в каких-то случаях это нужно. Дальше классная вещь. Это цвет. Мы можем покрасить любой текст, но тоже не переборщите с этим. В каких-то случаях, возможно, это нужно. Выделяем текст, кликаем по буковке А, Точнее, вот по этой стрелке рядом можем выбрать какой-то цвет или нажать вот здесь вот произвольный. Тогда у нас выскакивает палитра, если нам нужно задать какой-то свой код цвета. Мы можем здесь водить курсор мыши или водить здесь, зажав левую кнопку мыши, или вот здесь вот поместить готовый код цвета, если мы такой знаем, если у нас он есть. Выбрали код цвета, нажимаем ОК. И видим, что у нас зеленого цвета. Но будьте осторожны, на белом шаблоне... Соответственно, цвет текста должен быть темный всегда, иначе он будет нечитаемым. Как сейчас вот я сделал зеленый, его плохо видно. Также, чтобы снять цвет, здесь есть крестик. Снимаем цвет. Следующая кнопка редактора, о которой мы поговорим, очень важна. Вот эта вот кнопка вставить как текст. Смотрите, если мы откуда-то копируем текст с какого-то сайта, мы можем скопировать также левые стили э, данного текста. Если вы не понимаете о чем речь, сейчас покажу пример. Смотрите, я скопировал сейчас какой-то текст с левого сайта. И э, вставляю его прямиком в нашу статью. И он у меня сразу жирный. И если мы посмотрим в HTML, то мы видим его вот здесь. И здесь сразу идет B. Хотя у нас B не используется, у нас вместо B идет Strong. Еще какие-то теги. И еще, еще, еще. И как бы мы можем, как новички, это не заметить. И вплоть до того, что может дизайн нашего сайта поплыть. Блоки сместятся вниз, сайт-бар. И мы будем гадать, в чем дело, что происходит, из-за чего это. Накопировав различных текстов с каких-то сайтов. Если вы это делаете, то есть копируете текст, то вы обязательно... Нажимаете вот на эту кнопку, потом вставляете текст. Обратите внимание, тот же самый текст я вставил, он не жирный. Если посмотрим в HTML, то никакие теги ему не, не присваиваются. Это значит, что через эту кнопку все левые стили, теги чистятся. Ну, или можно пойти еще вот таким путем. Я отключил эту кнопку, вставляю, значит, как есть, то есть с сайта с левого. И теперь нам нужно почистить левый стиль. Я его выделяю, и вот здесь вот есть кнопка ластика, Очистить форматирование. Я кликаю, и происходит то же самое действие. Вы видите, жирность снялась. Посмотрим ваш HTML, видим, что никаких левых тегов не присваивается. То есть вот такие вот здесь есть нюансы. А дальше у нас идет произвольный символ, то есть мы можем куда-то в текст кликнуть вот по этому символу и что-то вставить. Вот видим, вот здесь вот подставляется теперь символ. А дальше удобные вещи уменьшить отступ. Ставим курсор перед текстом, нажимаем увеличить отступ. Видим, что текст смещается. И также в обратную сторону. Ну, кнопка отменить и повторить. Это уже понятно, это самые будут востребованные ваши кнопки. Ну и остается кнопка горячей клавиши. Кому удобно этим пользоваться, здесь на русском можно все почитать и использовать. Дальше это в принципе еще не все. Есть специальный плагин, который будет расширять возможность этого редактора и добавить здесь, прямо сюда, дополнительные кнопки. Возможно, об этом в будущем буду делать урок. Но на первых этапах вам, как новичку, это должно хватить. Стандартных кнопок. Как я уже говорил, мы стараемся избегать э, лишних плагинов, только все необходимое. Ну и самое интересное, как ставить ролик с YouTube прямо в статью. Я скопировал ссылку на ролик со своего канала YouTube. Мы просто вставим курсор, чтобы мигал в статье там, где нам это нужно, и просто вставляем ссылку YouTube. Она автоматически, даже здесь в редакторе, вы видите, становится роликом. То есть его можно проиграть прямо отсюда. Что не может не радовать. То есть никаких плагинов, никакой код не режется, как с Joomla, например, да. Нужно постоянно какие-то манипуляции делать, просто так не вставить видео. А в, а в WordPress у нас видео вставляется просто так. Также кликнув по видеоролику, появляется над ним карандашик изменить, и если нам нужно удалить ролик. По карандашу мы переходим с вами в обычный менеджер куда мы также можем проставить ссылку на YouTube, и он здесь отобразится, и нажать на кнопку вставить в запись. То есть это у нас вот этот вставить с сайта, да, ссылка. Давайте обновимся и посмотрим на сайте. Вот наш ролик, он работает, он делается на весь экран, все здесь нормально. На этом данное видео я заканчиваю. Надеюсь, для вас оно было интересным и полезным. И я жду вас в следующем видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум тему для WordPress? Премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorvasilev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню вход регистрация, вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка. Еще нет учетной записи, вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту, прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча, защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем ⁇ Регистрация ⁇ Почти все готово. После обновления страницы, практически сразу, вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо, видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу fedorvasiliev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема ВП, значит WordPress в подарок. Успешно отправлено по адресу, то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube или почта указана на сайте на моем ру Пишите мне на почту, и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму «Премиум тема ВП в подарок» и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку WordPress и получить премиум-тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да. И нажимаете ниже кнопку ⁇ Сохранить изменения ⁇ С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме. После нажатия на кнопку «Сохранить изменения» письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут, если письмо не пришло, проверьте папку «Спам». Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент, возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС, Три года на рынке, молодой хостинг, это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник, это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.